Не думаю, что это в ближайшее время произойдет, потому что чем дальше, тем больше киевские власти, хотя они, конечно, пропагандируют, и изначально, с чего все начиналось, это мирный план Порошенко, не был воплощен в жизнь. Более того, мы получили абсолютно другую ситуацию, когда киевская власть пошла просто на откровенную, циничную, грязную, кровавую войну с собственным народом, который просто хотел жить. То есть они не хотели подчиняться. Что произошло? Произошел государственный переворот. Люди просто не захотели подчиняться нелегитимной власти. Это выбор народа, который нужно уважать, который нужно принимать, а не идти на преступления, то есть не убивать людей. И поэтому прошло уже полгода, никаких положительных сдвигов в сторону перемирия нету. И я думаю, честно говоря, в ближайшие месяцы они будут обещать, но это обман, и все должны это понимать. И пока ни к чему хорошему не нужно готовиться.